Пропаганда здорового образа жизни, организация активного досуга и привлечение жителей города к спорту. 60-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Бобруйское житё» стартует 9 мая. Сборная медиахолдинга уже активно тренируется. Возглавит команду СМИ на большом старте боксер, она же главный рекламный агент БЖ, Любовь Романенко. Жесткого отбора в команду не было. У нас все ребята пытаются вести активный образ жизни, спортивный. В принципе, на это мы и нацеливали свое внимание. Кто-то занимается в фитнес-организациях, кто-то занимается более или менее профессионально. К участию в эстафете допускаются команды любых возрастов. Главное – иметь при себе заявку и пройти регистрацию. Обязательно и справка от врача. Весь маршрут будет разбит на 10 этапов. Более подробную информацию можно узнать на сайте газеты «Бобруйское житё». Хотелось бы призвать организации выйти из своих офисов, составить нам конкуренцию и поучаствовать в таком мероприятии спортивном. Команды-победительницы в группах будут награждены дипломами и денежными призами. Абсолютные чемпионы старта удостоятся ценных подарков от редакции газеты. Начало мероприятия в День Победы в 12:00 на стадионе «Спартак». Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск 360.